На 14 километре столкнулись мотоцикл и электромобиль. Авария случилась в 12:30, неучетная. Toyota Prius Alpha и мотоцикл Kawasaki Z1000 двигались из пригорода во Владивосток. В районе остановки общественного транспорта 14 километр произошла случайная встреча автомашины и байка. Ехал по крайней правой полосе, получается, ориентировочно 80 километров в час. Передо мной резко перестроился Prius Alpha. И все, затормозить не успел, с мотоцикла упал. Все, в принципе. Вы, я смотрю, без экипировки, да? Я с экипировкой, со всей большой куртка, все разорвано, экипировка вся поломана. Я бы, если без экипировки был, мне было бы намного хуже. Евгений признается, снял порванную экипировку, поскольку сегодня в солнечный теплый день в ней жарко. В ДТП мужчина не пострадал, считает, что водитель гибрида спровоцировал автоаварию. Я перестраивался для поворота на улице Радио. Перестраивались. И что случилось? Случилось ДТП. Сзади услышал удар. А вы что увидели? Мотоцикл? Мотоцикл впереди меня покатился по дороге. Кто-то пострадал? Нет, все нормально, все живы и здоровы. Мотоцикл пострадал. Говорит, что у Toyota поврежден задний бампер. Ремонт вылится в небольшую сумму, ориентировочно в 3000 рублей. Предложил своему оппоненту оформить аварию по европротоколу, тот отказался. Позвонил в городскую ГИБДД. Дорогостоящий ремонт. Он дальше поедет у вас или как? Вообще восстановить-то можно, но сейчас он точно никуда не поедет. Да, двигатель, все жидкости вытекли, глушитель оторван, пластик весь поломан, то есть как-то так. Prius Alpha на ходу, с документами участников ДТП все в порядке, владелец электромобиля пополнит казну городской госавтоинспекции.